И всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем играть с вами в игру «Пираты Штурм Небес». Сегодня у нас первый взгляд на эту игру. Вчера оставало открытое бета-тестирование, так что каждый может поиграть, попробовать себя в роли капитана летающих кораблей бесплатно, ребят. Так, давайте закроем чатик. Вот. Ну что мы здесь видим? Мы видим вот наш ангарчик, мы видим корабли, которые нам доступны. У нас их 6. Также мы видим опыт капитана, у меня его нет, премиум, создать отряд, кнопочка в бой, пройти обучение, бухта, вот оборудование, здесь мы можем улучшать наши пушки, так далее и тому подобное. Так, далее ветку кораблей, доступно пока 4 уровня, магазин, далее капитан, можно выбрать любую иконку, любую рамку, в общем, все, и орки есть, и все, что хочешь, есть. Так, далее братство, это, наверное, клан, создать клан, декор, это верно. Так, все, переходим назад в бухту, и, в принципе, можно пройти обучение или отправиться в бой, ребят. Что скажете? Я предлагаю пройти обучение в бой, мы еще с вами успеем сходить. В принципе, сейчас по обучению все будет ясно. Вот так вот это все выглядит, довольно-таки интересно, довольно-таки неплохо. Карта выглядит так мультяшно, ну, в общем, мне нравится, ребят, необычно. Здесь нам нужно или захватить флаг, или нанести как можно больше урона, чтобы победить вражеской команде. Также здесь доступна высота, можно выше-ниже подниматься, ну, в общем, много всего интересного. Так, ладно. Также здесь отображаются щиты. Ребят, у нас есть щит. Плюс ко всему нашему здоровью у нас еще есть щит. Так, ну предлагают нам пройти обучение. Нажимаете вперед. Появляется датчик скорости внизу, показывает скорость. Также будет появляться датчик высоты. Движение задним ходом. Давайте проверим. Угу. Так, вправо. Влево. Ну, такие вот. Так, теперь давайте попробуем набрать высоту. Высота у нас набирается пробелом. Вот датчик появляется. Датчик высоты. Рядом со скоростью, ребят. Датчиком скорости. Теперь вниз. А вниз по умолчанию у нас клавиша стоит Shift. Так, отлично. В правом углу появилась карта, которая позволяет лучше ориентироваться в пространстве. Хорошо. И нам двигаться нужно вот к этой точке. Да, выглядит, конечно, довольно-таки прикольно все. Приятно. Отлично. Прошло время поговорить о вооружении корабля. Окей, давай, говори. Так, эти сектора обстрела. Когда прицел переходит из сектора в сектор, он меняет форму. Запомни это. Ну вот, мы видим, меняет форму. Да, из сектора в сектор. А теперь пальника из носовых орудий. Хорошо, теперь с бортовых. Так, далее. Красота, видишь, рядом с прицелом желтые полосы. Это индикатор перегрева. То есть, ребят, чем больше вы стреляете, тем больше перегревается ваше оружие. И потом вы при определенном нагреве уже не сможете стрелять, пока не остынет оружие. Так, ну нам предлагают перенагреть их. Смотрите, видите, шкала поднимается и становится красной. Вот, теперь мы не можем стрелять, пока наше орудие не остынет. Так, далее что у нас? Обратите внимание, что если в течение нескольких секунд не вести огонь из пушек, то корабль переходит в небоевой режим, в котором существенно выше его скорость перемещения. Вот, ребят, тоже интересная штука. Так, далее нам предлагают уничтожить турель астральная. Давайте подойдем к ней на расстояние, на боевое расстояние, на котором бьют наши пушки. Уничтожим ее. Так, готово. Цель уничтожена, но щиты повреждены. Подождите немного, пока не восстановятся. Наши щиты восстанавливаются сами. Так, кстати, не поискать ли нам усиливающие аномалии? Здесь, ребят, на карте есть аномалии, которые дают нам преимущество перед другими врагами, если мы ее, конечно, возьмем. Обычно расположены в укромных местах. Давайте, ладно.
Подобрать аномалию. Почему я не могу двигаться? Странно, ребят. Я не могу двигаться вперед. Назад могу. А, вот, теперь вперед могу. Но это, скорее всего, баги еще не исправлены. Так что... Будут, конечно, проблемки. Так. Откат модулей. Скорость охлаждения орудий у нас увеличена. То есть дает нам эта фишка. Так, хорошо. Так, нам доступны различные умения. Давайте посмотрим. И у нас умение форсаж. То есть, смотрите, мы существенно увеличиваем свою скорость и летим намного быстрее. Так, ну прикольно насчет умений. Игра, конечно, супер, как по мне. Так, все, мы вот сейчас находимся на точке, которую нужно захватить. Ну, нам мешает вражеский корабль. Нам нужно его уничтожить. Давайте попробуем это сделать. Опять же, подойдем поближе. Так, готово. Блин, ну круто взрывается вообще. Так, все, готово. Это мы сделали. И возвращаемся на точку. Цель уничтожена. Теперь можно спокойно захватить станцию. Захватываю станцию. Ну, не знаю, ребят, переходить в бой, не переходить. Может быть, в следующем видосике мы будем с вами играть уже в бою. Но сейчас, в принципе, все понятно. Все ясно. Поздравляю, вы успешно справились с задачей. Пусть задание... Все, ребят, у меня на этом все. Всем удачи, всем пока.